Из 10 осталось только двое. Трагическая история гималайских медведей из Приморья может завершиться в Ленинградской области. Реабилитационный центр «Велес» готов принять на лечение хищников из города Уссурийск. Об их судьбе рассказали наши коллеги из Приморского края. Пенсионеры Иван и Любовь Лещенко взялись воспитывать 10 хищников. Но после смерти главы семьи в приюте начались проблемы. Шестерых медведей выпустили на свободу, но трое из них вернулись к людям и были застрелены. Еще двоих уничтожили прямо в клетке по подозрению в бешенстве. Диагноз при этом так и не был подтвержден. Осталась лишь пара косолапых – Миша и Маша. Их авиаперелет из Уссурийска в Москву оплатили добровольцы. Общая сумма осторожного вольера составила 315 тысяч. Из этих 315 тысяч, меньше чем за неделю, в интернете было собрано 235. И как новогоднее чудо, 100 тысяч нам подарил человек, назвавшийся Алексеем и пожелавший остаться неизвестным. Пара уссурийцев прибудет в Петербург автотранспортом в течение недели. К сведению, медведица Маша в начале января ожидает пополнения. Малыши появятся на свет, скорее всего, уже в Рапалово.